Чувствительность матрицы – это способность вашей камеры при определенных условиях получать качественную картинку. Этот параметр является аппаратным и повлиять на него никак нельзя. Относительно настроек здесь все просто. Основная настройка – это количество мегапикселей и формат вашей камеры 16:9 и 4:3. Также при определенных условиях есть необходимость выставлять резкость. Вот, как мы видим, заходим по умолчанию, и резкость высокая. Высокая резкость особенно полезна при съемке текстовых документов и записи. Освещение. Один из, наверное, самых важных факторов, влияющих на качество. Вы, наверное, уже обращали внимание, что фото, сделанные днем, гораздо красочнее, гораздо качественнее, чем те, которые сделаны вечером. Ведь фотография – это не что иное, как запись изображения путем регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или матрицы. Другими словами, мы фиксируем отраженные световые лучи от объекта. И чем их больше, тем качественнее получается наша картинка. Как вы сейчас видите, при отсутствии статичности нашей камеры и объекта съемки мы получаем плохую картинку. Текст практически не виден, ключи тоже постоянно размыты. При статичном положении нашей камеры мы получаем удовлетворительную картинку как движущегося объекта, так и хорошую картинку нашего статичного объекта. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, информация из этого видео будет для тебя полезна. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал.